Bună ziua, dragi prieteni, друзья. Побывал я сегодня в Кишиневе, решил съездить в Кишинев. До этого был в Одессе, но решил, а чё бы и нет, надо в Кишинев, 3 месяца не был, а вдруг что-то новенькое появилось. Ну и вот угадал. Я сам не ожидал, что я найду сегодня в Кишиневе вот такое пиво. Вот за этой каменицей я очень долго и охочусь. Я ее заказывал у человека. Он, правда, в Россию поехал. Но, говорит, если я буду через Болгарию ехать, я ее возьму. Он ее видел в Болгарии, но она была, во-первых, объемом 568. А во-вторых, была какая-то акция футбольная. Ну и он меня спросил, я говорю, ну тогда не надо. Может быть, чуть попозже. Но, однако, все равно не получилось купить, потому что так я ее не дождался. Акция как была, так и сейчас. Футбол там и редко, когда попадается без акции. Либо лотереи, как в Польше, на всех пивных банках лотереи. На пиве Татра, на Ксиазе, это Тиска и тому подобное. Вот эти акции, конечно, задолбали. Для коллекционеров они не очень. Они портят дизайн банок. А дизайнчики, кстати, меняются. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, кстати, вот такой бокальчик сегодня. Вот такой масюсенький такой бокальчик купил сегодня в гипермаркете Метро в Кишиневе. Ну, будет. Посмотрим. Может, для какого-то, для коньячка. Посмотрим. Вот что я хотел вам показать. Вот. Львовская. Ну вот видели? Поменялся дизайн. Вот такой сейчас дизайн стал у пива Львовского. А был до этого вот такой вот. Красивый. Церквушки. Город Львов. Ну почти. Почти чуть-чуть остался дизайн, но изменился немножко. И банка стала не глянцевая, а чуть-чуть такая вот, как мелкая наждачка. И, кстати, вот еще. Вот появился сейчас тоже. Я почему говорю, дизайны меняются. И с такой периодичностью, что не успеваешь поспеть за ними. Не поспеваешь за ними. Вот. Galaxy, Вольфа Сагельман, до этого вот он старая версия, которую я купил в 2018 году. Это самое первое пиво, которое я купил у нас в Тирасполе, привезли его в фуршете. И вот Galaxy, который появился сейчас в Кишиневе новый. Вот так они изменяются. Герб льва и волка убрали вверх. До этого он был внизу, а сейчас он стал вот тут вверху. Ну что, это убираем в сторону. Пускай они там стоят. А бокальчик тоже в стороночку убираем. А еще вот я взял вот такой вот францисканер. Но мне не понравился дизайн, сильно темный сделали. Затемнили монаха, очень темный. Я сравнил своего. Вон он у меня, вон. Он светлее, и как бы этот не то. И пиво не очень вкусное, кстати. Вот, горьковатое и слишком водянистое такое. Ну, не то. Фигня полная. Это и следовало ожидать. Я еще думал, взять его, не взять. Думаю, ладно, пускай будет пшеничка. Я вообще думал, что я сегодня ничего не найду. Так, подозревал, что может быть, что-нибудь найдем. Вот, сегодня взял вот эти вот сибирскую корону. И по Шофе-Хофер это в гипермаркете Бонус в Кишиневе. Крупный гипермаркет в центре Кишинева возле гостиницы Космос. А Эстреллу я взял в гипермаркете номер 1. Цены отличаются в бонусе и в гипермаркете номер 1 цены. Хорошие, в фуршете
цены заоблачные. Вот это пиво, которое стоит францисканер, вот этот вот францисканер, он стоит в этом фуршете 41,80. А в гипермаркете номер один он стоит 35,50. Но где я куплю? Вот. Разница очевидна. На 5, на 7 рублей разница на все пиво. В фуршете всегда дороже все. Не знаю, с чем это связано, но вот такие лапочки. Астика, пиво Астика, это банка. Я его когда увидел, это я в шоке был. Астика, это родом из 90-х пива. У меня в коллекции была баночка Астика. Правда, 0,33 была. Я что-то сомневаюсь, что она была 0,5 когда-то. Может и была, я не встречал. 0,33 была. Мы с пацанами ходили в школу, когда после занятий ходили на автовокзал, искали баночки пивные. Очень много приезжало людей, привозили с собой. И на автовокзале было пару магазинов коммерческих, привозили болгарское, голландское и немецкое пиво. В частности, Бавария. Вот сейчас, как помню, Бавария, Макаби греческий, Эфес турецкий, Хайникен, Хольстон, ну, может быть, еще что-то, вот я не помню. Туборга, конечно, не было. Ну, неважно. Вот все, что смог, вспомню. Остальное как бы... А, и Шультхайс, вот. Вон, вот там он, Шультхайс у меня, вот. Вон он, вот там Шультхайс. Баночка с краю. Тоже какой-то герцог с бокалом. Довольно интересный дизайн был. Может, сейчас где-то в Германии есть, надо кого-то спросить. Может быть, привезет кто-то. Надо спрашивать людей, которые в Германию ездят, в Австрию, в Польшу. Вот сейчас человеку заказал, нашел у себя соседа. Еще не такой интересный попался мужичок. Мы с ним разговорились. Да, пожалуйста, конечно, я каждую неделю езжу. Неделю через неделю, там 2 недели, 3 недели проходит, он едет в Германию, в Австрию, через Польшу проезжает. Говорит, я тебе с удовольствием куплю для коллекции. Вот он мне обещал сейчас купить пиво Кайзер, пиво Гёсер и пиво Ота Крингер, желтый Хелес Бир австрийской марки. Три основные австрийские марки. И кроме всего, может быть, еще где-то хапанет Октоберфест Бир и еще там какие я еще заказывал. А, Белый Медведь Бэр Бир Дания. Может быть. Я попросил сильно человека, дал ему распечатки, все. Сначала он на телефон нафоткал, и потом я еще думаю, нет, надо еще бумажки напечатать, так будет лучше. И вот, ждем, будем ждать. До этого у меня были поездки в Одессу, я вам показывал в предыдущих видео. Вот там, вот, привез из Одессы Лондон Прайд, этот... Бланш де Намур, Хоп Гоблин британский, Фехен голландский, этот Дач Виндмил, это Голландия тоже, Шофе Хофер он в баночке привез, Бомбер вот, этот Ланкастер, Макстонс Педигри, и там еще вот из... Короче, Джек Дэниелс, всего понемножку, Стауфорд, вот пресс, вот яблочный сидр. Вот так по чуть-чуть, и у меня коллекция пополняется. Люди привозят, помогают. И я вот уже несколько раз в Одессу ездил, и вот у меня получилась довольно неплохая коллекция. Может, даже у некоторых людей таких баночек нету. В следующем обзоре я вам покажу какой-то из пив на дегустацию. В обзоре покажу, как оно вообще себя ведет, какого цвета оно, какое это. Ну, может быть, я буду снимать это днем, потому что вечером не то. Надо снимать днем, светло. В бокале все видно. Сейчас темновато стало.
Вот я приехал с Кишинева, решил вас обрадовать, новое видео вам решил снять. Ну что, это был Александр. Поездка была сегодня 4 марта 2019 года. Поездка в Кишинев состоялась в Метро, в гипермаркет Бонус, в гипермаркет номер один. Вот такая удачная поездка. Вот такие новиночки купил. Взял и под эту волка. Посмотрим, что это такое. Ну все, пока. Оставляйте комментарии. С вами был Александр. Город Бендеры, Приднестровье. Пока, друзья. Пока.